На мой взгляд, самыми значимыми являются поправки в 75-ю статью, где говорится о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, и о том, что необходимо регулярно индексировать пенсии не реже, чем один раз в год. В нашей стране не раз принимались законы, которые противоречили предлагаемым нововведениям. И закрепление их в Конституции позволит закрепить социальные гарантии гражданам Российской Федерации и сделать нашу жизнь лучше.